Мама тоже каждый раз говорит, что это последний бой. И я говорю, да, мама, последний. Для Вороздата этот бой стал самым тяжелым, но не последним. Это скорее его старт на профессиональном ринге. У нас была поставлена цель, чтобы в течение 1,5 года мы пробовали за пояс выступить. Мы набирали опыт, боксировали с небольшими соперниками, шли к этому бою, и все-таки у нас досталась честь попробовать за пояс чемпиона России среди профессионалов по версии «Пробоксинг» журнала. То, что Вороздату Федерация бокса разрешила участие в этом бое, он называет удачей. Выступать за пояс чемпиона России можно при наличии уже проведенных боев на профессиональном ринге. У соперника их было 20, у Вороздата 7. В последнем хорошо себя показал. Это и позволило войти ему в рейтинг Федерации бокса и побороться за титул чемпиона. А вот соперник выше на 11 позиций. И также он боксировал за рубежом. В Голландии он боксировал. У него уже был этот пояс. И был еще пояс, который выше уровнем этого. Достойный соперник был, но обыграли его тактически. Мы строили план на бой. У нас передвижение, тактика нашего боя была. Потому что он однотипный, он сильный, масса берет, но у нас была тактика. Ваши аплодисменты и Вороздат Макарчан! Красавчик! А начался спортивный путь Вороздата 7 лет назад. Сначала ходил в секцию, брал уроки у искитимских тренеров, один из которых его брат. На малой родине парня ждали с победой и не сомневались в успехе его выступления. Я вместе с ним боксировал. Переживал очень сильно, конечно. Хотелось бы... Я знал, что он выиграет. Я уверен был, что он сделает это. Потому что он лучше. Он у меня был всегда со всеми одинаково. Если хочет добиться результата, я вообще забывал, что он брат мой, в зале в первую очередь. Вы не представляете, через что он прошел. Они дали мне основу бокса, они довели меня до кандидата мастера спорта. Я, то есть, у них вырос и благодарен им очень, что они воспитали меня и дали напутствие, и перетащили меня в город, дали мне еще более возможности расти как боксер. Сейчас Вороздат живет в Новосибирске, тренируется самостоятельно. В планах выступить за рубежом. А пока спортсмену предстоит подтвердить свое чемпионство следующим боем, который состоится летом в Белгороде.